Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинская теннисистка сыграет в Кубке Федерации. Самарская фехтовальщица третья на этапе Кубка мира. Одно очко на выезде против Тамбова взяли военные летчики в чемпионате страны по хоккею. Сдвоенный поединок ЦСКА ВВС против Тамбова в высшей хоккейной лиге провел неровно. Первый матч проиграл со счетом 3-5, а вот второй мог и выиграть, но удалось только довести дело до послематчевых буллитов. 2-2, так закончилось основное время. У военных летчиков отличились Евгений Крутиков и Андрей Чернов. А вот в поединках голкиперов удача улыбнулась Тамбову. ЦСКА ВВС по-прежнему находится на пятом месте чемпионата страны по хоккею. Самарченко заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию. Алена Комарова в Бургасе, Испания, в соревнованиях на шпагах в составе сборной страны проиграла только соперницам из Италии и Египта. В бронзовом финале россиянки уверенно выиграли фехтовальщиц из США 45-27. Дарья Касаткина попала в заявку сборной России на четвертьфинал Кубка Федерации. Тольяттинская теннисистка сыграет в команде с Марией Шараповой, Светланой Кузнецовой и Екатериной Макаровой. Соперник – сборная Нидерландов. Состязания пройдут в выходные 6 и 7 февраля в Москве на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.